Большая вода приближается к поселкам. Из-за паводка целые села оказываются отрезанными от цивилизации. Так в Акбулатском районе на автодороге Веселые Первые, Нугомановка, произошел перелив воды через проезжую часть. Из-за этого нет подъезда к селу Нугомановка. Также в Олегском районе на дороге подъезд к селу Степное. Талые воды затопили дорогу. Движение там крайне затруднено. Помимо того, отрезанными от большой земли остаются 3 населенных пункта в Сулелецком городском округе. Около 1000 жителей села Покровка, Троицкая и Ивановка временно ограничены в передвижении. На реке Илек своевременно демонтировали понтонный мост. Населенные пункты заранее обеспечили продовольствием, медикаментами и топливом. В ближайшие 2 недели во время ледохода в случае крайней необходимости связь с селами будет осуществляться по воздуху. Что касается Оренбурга и пригорода, талая вода частично подтопила 2 дороги между авиагородком и прудами, а также на улице Тихой. Ситуацию держат на контроле сотрудники ГИБДД и МЧС.